Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Точилин, я работаю в компании 500 пикселей. Многие из вас задавали вопрос, как можно кастомизировать портфолио веб-сайт, сделанный на платформе 500px. В частности, как можно изменить меню и в нашем случае переименовать About, написать по-русски «Обо мне» и добавить ссылки на внешние ресурсы, здесь же, допустим, ссылку на вашу страницу ВКонтакте, либо на вашу страницу на Фейсбуке. Давайте я вам покажу, на самом деле это просто. Итак, 500px.com. Вы нажимаете на Portfolios. Edit your portfolio. И вот здесь сверху, слева сверху у вас есть кнопка под названием Code. Нажимаете на нее. Прошу вас не пугать с того, что вы сейчас видите. Вам нет совершенно необходимости знать в деталях, что весь этот код обозначает. То, что нужно сделать, это вот здесь вот нажать и выбрать header. Если посмотреть вот тут внизу, тут есть строчка, в которой есть слово about. About, about. Фактически вот эта и следующая строчка отвечают за ваши страницы в этом меню. Что? В данной ситуации, чтобы переименовать about, все, что нужно сделать, это вот тут написать вместо about обо мне. Нажали Save, Publish. Если посмотрите, вот здесь вот оно уже изменилось. Можете перейти на ваш сайт, перезагрузить его. И оно тоже изменилось. Вот и все. Второй вопрос, как можно добавить здесь ссылки на внешние ресурсы. Тоже довольно просто, давайте вам покажу. Та же самая страница редактора. Берете последнюю строчку, контакт, либо обо мне, любую из них. Копируете ее и вставляете ее вот сюда, куда вставил я, в конец кода. Дальше. Вот здесь вот удаляете все, что находится между кавычками. И вместо того, что было, ставите ссылку на вашу страницу, которую вы хотите здесь добавить. В моем случае это Facebook. Вот мне появился линк на Facebook. Он должен быть в кавычках. И соответственно, это не контакт, это у нас будет Facebook. Нажали Save, нажали Publish. Вот и все. Вы уже можете видеть, здесь он появился. Либо просто переходите опять-таки на свой сайт, перезагружаете его. И вот он, Facebook, вот обо мне. Вот и все. Если какие-то еще вопросы, дайте мне знать, буду рад помочь. Спасибо, пока.